Большому распространению клещей способствует, в частности, и сложная пожароопасная ситуация в регионе, и сезон лесных возгораний уже совсем близок. Что делается, чтобы ситуация не вышла из-под контроля, расскажем в следующем материале. Насколько тяжелой может быть ситуация с лесными пожарами в области, показал прошлый год. Тогда огонь уничтожил не только больше 700 тысяч гектаров леса, горели и жилые дома. Самый крупный ущерб нанес огонь поселку Дальний Нижнеилимского района. Там сгорели больше 20 домов, без крова остались почти 60 человек. Чтобы ситуация не повторилась в этом году, уже предпринимаются конкретные меры. Разработан сводный план тушения лесных пожаров, подписаны соглашения о взаимодействии с разными ведомствами. Решено задействовать в работе 13 самолетов и 6 вертолетов. В области сформирована 71 пожарно-химическая станция, подготовлена техника и создан запас горюче-смазочных материалов. Ведется также работа с арендаторами земель и лесхозами, ведь нарушения именно в их работе нередко становились причинами большого распространения огня. Например, прокурорская проверка Подунского лесхоза показала, что в частности там не были сделаны минерализованные полосы, хотя деньги из областного бюджета на это лесхоз получал. И только после вмешательства прокуратуры нарушения были устранены. Елена Сайкина, новости по будням.